Всем привет, и снова с вами я, драйвер 51, Рус. Так, пройдем дальше. Продвинутый курс обучения взлета и основы управления самолетом. Стрельба из танка мы прошли уже. Так. Ссылочка на игру World Hunter будет под видео на канале, ребята. Заходите, смотрите, под видео будет ссылка, проходите по ссылке, скачивайте, регистрируйтесь и погнали. Сетевая игра, совместное прохождение. Ух ты. Приветствую вас на взлетной полосе. Сегодня вам предстоит совершить свой первый полет. Старайтесь четко выполнять инструкции и не бойтесь трудностей. Начинаем. Чтобы самолет взлетел, он должен набрать достаточную скорость. Я увеличу мощность двигателя до максимума. Теперь рычаг газа можно оставить в покое. Самолет разгоняется сам. Скорость уже достаточная. Самолет начинает приподниматься. Я могу использовать руль высоты, чтобы заставить его быстрее оторваться от земли. Теперь он в воздухе. Я подожду, пока он наберет скорость, с которой я точно не рухну обратно на полосу. Только после этого я убираю шасси и закрылки. Взлет завершен. Мой самолет в воздухе. Обалденный графон, конечно, вообще супер. Ну, давайте полетели. Форсаж. Перед тем, как вы начнете взлетать, я напомню вам о рулях управления самолетом. Так. Первый из них — руль высоты. Он также называется элеватором. Как следует из названия, этот руль служит для набора или сброса высоты. Попробуйте сами. Давай. Когда вы поднимаете руль высоты, самолет поднимается вверх. Когда опускаете — вниз. Думаю, с этим все понятно. Переходим к следующему рулю — элеронам. Элероны нужны для создания крена самолета. Когда вы задействуете этот руль, элероны на одном из крыльев поднимутся, а на другом опустятся. Попробуйте. Следующий руль — направление. Он служит для небольшого выруливания и пригодится во время взлета. Обращаться с ним нужно осторожно. Посмотрите сами, как он действует. Что ж, теперь вы готовы ко взлету. Пора попробовать самолет в воздухе. Погнали, давай. Ну, форсаж. Мощностью двигателя управляет рычаг газа. Поставьте его в крайнее положение. Сейчас ваш самолет начнет набирать скорость. Скорость и текущую мощность двигателя в процентах можно увидеть на индикаторах. Поздравляю, вы выполнили свой первый взлет. Не самое простое в управлении самолетом, поверьте. Внимательно следите за самолетом, пока он разгоняется. Старайтесь внимательно следить за высотой, особенно при выполнении маневров. Узнать высоту, на которой вы летите, помогает специальный индикатор. Теперь элероны. Как я уже говорил, при помощи них вы можете управлять углом крена или выполнить бочку. Бочку я от вас пока не прошу. Просто накрените самолет вправо или влево. Отлично, теперь руль направления. С его помощью вы можете немного изменить курс самолета. Однако, не стоит использовать руль направления, если вам нужно повернуть на значительный угол. Он для этого не предназначен. Сейчас я расскажу вам о том, как управлять скоростью самолета. При наборе высоты скорость самолета уменьшается, а при потере увеличивается. Умение эффективно конвертировать одно в другое – залог победы в бою. Помимо этого, регулировать скорость самолета помогает рычаг газа.
Вы использовали его, чтобы набрать достаточную скорость для взлета с аэродрома. Однако, если вы сбросите мощность двигателя, скорость самолета упадет. Попробуйте его в деле. Увеличьте мощность двигателя, чтобы восстановить крейсерскую скорость. В некоторых случаях вам потребуется кратковременное увеличение скорости самолета. Его обеспечивает форсаж. Разгоните самолет. Обращайтесь с форсажем осторожно. При его использовании двигатель перегревается и может заглохнуть. Для вас не составит труда выполнить разворот. Он сочетает в себе управление элеронами и рулем высоты. Для начала вам нужно накренить самолет влево или вправо. После этого сам разворот. Потяните штурвал на себя. Теперь, когда вы освоились в воздухе, приступим к завершающей части нашего полета. Пролетите по отмеченному пути. Обалденно вообще. Вообще обалденно. Советую, парни, игру вообще обалденная. Освоили основные приемы управления самолетом. Впереди у нас еще много работы, но вы сделали свой первый шаг в освоении неба. Думаю, из вас получится блестящий ас. Кораблики там были. Так что вот, ребята, скачивайте игру. Ссылочка на игру, на скачивание, на регистрацию будет под видео на канале. Всем удачки, пока-пока. Подписывайтесь на группу, на канал.